За выходные с улиц Самары на полигоны вывезли более 11 тысяч тонн снега. Коммунальщики очистили все пути к школам, больницам и детским садам, а также более 70% остановок общественного транспорта. Эту работу должны закончить до конца дня. По словам исполняющего обязанности руководителя департамента транспорта Юрия Топилина, сегодня автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки вышли на линию без затруднений. Вчера было тяжелее, потому что вчера были проблемы с утренним выездом. Сегодня уже там почищено, автобусы выезжают, уже могут разъехаться. На еженедельном оперативном совещании глава города Елена Лапушкина раскритиковала работу управляющих компаний. Далеко не все за минувшую ночь справились с уборкой дворов и внутриквартальных проездов. Материалы на недобросовестные управляющие компании уже передали в прокуратуру. Управляющие компании несколько расслабились, и к таким управляющим компаниям, конечно, будут приняты меры. Недостаточно техники было во внутриквартальных проездах и территориях, недостаточно дворников было. Надеюсь, в ближайшие часы это будет все устраняться. На совещании также обсудили график работы кровельщиков, которые очищают скатные крыши от снега. Отдельно Елена Лапушкина поблагодарила представителей предприятий, которые не только очистили свои участки, но и предоставили специальную технику в помощь районам. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.